Это благотворительный спонсор сегодняшней нашей программы. В Скала Сити вы можете прийти и насладиться бильярдом, виртуальным боулингом и дальше не успел перевести со спонсором. Вот. Короче, народ, мне нужно три таких реально физически подготовленных парня на сцену. Любых три. Кто первые три пришел, те в конкурсе участвуют. Делать, скажи потом. Администрация не участвует. Не-не-не, вот ты, парень, я вот не пишу сюда на сцену, да. Ну кто там? Кто там? Вот ты давай тоже на сцену. Чего, давай? Да ты что? А? Кого здесь нет? Здорово, здорово, еще. Нам надо два человека на сцену. Еще один. Народ, ну что? Все лучше. Давай, народ. Парень, Ром, давай. Ром. Вот, вот, вот. Короче, правила конкурса просты. Хотя нет, давайте поаплодируем нашим трем героям. Надо будет вам аплодировать, а вы должны, кто больше за 10 раз, кстати, судьи, вы должны будете посчитать, кто из трех парней больше сделает приседание на одной ноге. Очень тяжелый конкурс. Очень тяжелый конкурс. Да. Итак, вы готовы? Еще раз поаплодируем, поддерживаем. Это очень тяжело. Итак, на счет три начинаем. Раз, два, и... А вот я вас обманул. Все же этот центр.
поради Италии, дороги на три этажа. Вот, это такая маленькая короткая информация. Ну и что вы там будете посетить, это виртуальный коврик, бильярд, вип-зал. Для того, чтобы весело сделать свое время. И, короче, еще последний вопрос, и мы сделаем маленькую такую паузу. Народ, скажите, кто здесь в зале спортсмен, который не курит? Я не курю. Нет, молодые люди. А что надо делать? Есть? Он выйдет на сцену, ты, давай, тебя. Ты здесь еще кто не курит? Кстати, тоже считается, да?